Поэтому я в 11 сейчас с ними здесь буду делать все, то, что мы показали. Да. Хорошо. Потому что в четверг я был, когда натирали букву, было все нормально. В четверг было все чистенько. Да. Я приехал, посмотрел. Я ж не думал, что за пятницу, субботу, воскресенье замажут. Это провокация, 100%. Только какая цель? Для чего? Ну, это ж, ну, я вообще не понимаю. Варварство уже. Аж полиция. Тут же съемка ведется. Ну вот я хочу, в 11 я вызвал Полько и Корчагов. Корчагов как заказчик у Зеленхоза на эти виды работ. Хочу поспрашать с ним, куда они смотрят. Потому что у меня даже в мысли не было. Это могло и сегодня ночью быть сделано. Потому что с утра здесь сегодня, я так понимаю, если они обливали так плиты, то явно, что и был облитки и этот. Я в четверг подъезжал, когда чистили буквы. Вот видно же, что их натерли хорошо. Было более-менее понятно. Гуд. Я с Александром Васильевичем затронул тему Широкобальского моста. Это уже не под съемку.